Всем привет, ребят, с вами Gapzor.com, и сегодня на тестах портативная колонка Sven PS240 с защитой по стандарту IPX7. Она относится к недорогому сегменту. Более подробная информация по ценам и характеристикам по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает карабин, аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Корпус колонки выполнен в защищенном корпусе. Наличие защиты IPX7 позволяет полностью погружать ее в воду. Для обеспечения защиты разъемы расположены под резиновой заглушкой. Этот аудиоразъем, слот для карты памяти microSD и разъем microUSB. Находятся они на левой грани. Корпус выполнен из пластика и резины. Внешний вид у Sven PS240 строгий и аскетичный. На фронтальной стороне расположена пластиковая решетка динамика. По краям стилизация под винты. Сверху три механические кнопки управления с нанесенной маркировкой. С помощью них можно управлять воспроизведением, громкостью, а также проводить синхронизацию. На углу ушко под карабин, упрощая ношение на открытом воздухе. Колонку можно будет зафиксировать на рюкзаке или ремне. Подробная техническая информация нанесена на нижнюю грань. Она полностью из резины, предотвращая скольжение при размещении на ровной поверхности. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Весит 470 граммов. Sven PS240 предлагает беспроводное подключение с помощью Bluetooth. Система поддержит возможность работы в паре TWS. Две такие колонки будут работать с одним источником звука. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. В режиме беспроводного подключения управлять воспроизведением можно, не доставая смартфон из кармана. Есть встроенный MP3-плеер, считывающий файлы с карты памяти формата microSD. Проблем с воспроизведением и чтением файлов в накопителе замечено не было. Отличный вариант для отдыха на природе, дав возможность сохранить заряд смартфона. За автономную работу самой колонки отвечает батарейка с емкостью 2000 мАч. Ее хватает на 7-7,5 часов беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. В обычном режиме эксплуатации это 1-2 сеанса зарядки в течение недели. Используется связка из двух динамиков по 6 Вт каждый. Это 36-мм излучатель с диапазоном воспроизведения от 100 до 20 000 Гц. Запас по громкости очень высокий для ее габаритов. Звучание без слышимых огрехов подойдет для прослушивания раз за жанром композиции. Придраться можно к слабым басам. По ссылке в описании к этому видео находится текст-обзор. Там можете посмотреть пример ее звучания. Sven PS240 – недорогая беспроводная колонка защиты IPX7. Отличный вариант для тех, кто ставит основным сценарием эксплуатации на открытом воздухе и не готов к серьезным тратам при покупке акустики. С удовольствием обсудим с вами Sven PS240. Всем спасибо за внимание, пока-пока!